Ребят, всем привет. Второй час ночи. До дома 200 километров. У меня лопнул ремень ГУР. Такое ощущение, что показалось мне, что колеса спущены или пробил колесо. Тяжело крутить рулем. В общем, нужно как-то ехать до дома. Это чревато тем, что сальники могут на реке потечь, если ехать так, но другого выхода нет. Ну, так что доедем, посмотрим, как оно чего. Доехал я до дома. Начало гнать масло через бачок. Бачок полный сейчас. Мне кажется, у меня заклинили подшипники в ролике. Сейчас вскрытие покажет. Вот такой ремешок Bosch, 160 рублей. Три ручейка, 760 размер. Кому интересно, на ремень генератора вот еще у меня есть старый ремешок. Здесь пятиручейковый, длина его 725. Вот смотрите, что случилось с подшипником. Грязь, видимо, попадала, и он клинанул и порвался ремень. ГПЗ стоял подшипник. Одной рукой неудобно это делать. Подложу деревяшки и вышибу его сейчас. Готово. Подшипник здесь 203. Закупил 60 рублей всего лишь. Подшипник на месте. И вот решил я, значит, сейчас собирать с герметиком. То есть, как бы буду делать что-то наподобие сальника с одной стороны и с другой. Сначала намажу с одной стороны, поставлю, притяну болтом и потом замажу все пространство, опять же, герметиком с другой стороны. Тем самым у меня получится как бы сальники с одной и с другой стороны. И этим самым я защищу подшипник от лишней влаги и пыли. Если бы туда не попадала грязь, подшипник бы работал еще и работал. Вот такой вот недочет я допустил, не просчитал это дело. И вот сейчас попробую я так сделать. Думаю, что будет все нормально. В общем, приступим к установке. Болт затянул. Сейчас смазываю герметиком все. Так вот у меня все это дело получилось. Думаю, что грязь в подшипник будет попадать значительно меньше. Сейчас ставлю ремень и завожу двигатель. Жидкость начала уходить вниз. Сейчас нужно будет еще покрутить рулем вправо-влево, чтобы прокачалась система, и будет все отлично. Подтянул ремешок генератора. Понадобился ключ 17 и 15. Все, скрипа нету. И осталось прокачать ГУР. Раза три туда-сюда и достаточно. Смотрим, сколько сейчас в бачке. Вот так вот в бачке. Это нормально. Сейчас еще прокачусь и все встанет в норму. Если не будет хватать, я еще добавлю. Ну а на сегодня все. Вот такая вот проблемка у меня возникала в пути. Всем удачных, хороших ремонтов. И до встречи на канале. С вами был Евгений.